Я поддерживаю призыв и послание моего старшего друга, товарища, моего коллега Рустама Нургалиевича Минханова. И присоединяюсь к акции 18.03.18. И я сейчас стою с легендарными нашими великими спортсменами Валерием Каменский, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, еще раз олимпийский чемпион, он победил на Олимпиаде в составе тренерского штаба, они выиграли золотые медали. Как раз он занимался селекциями наших игроков. Поэтому я перед собой сегодня ставлю задачу отразить 18 их щелчков из 18. И постараюсь это сделать. Это будет не просто, может быть даже больно, но я это сделаю. Я передаю эстафету нашему другу, моему коллеге, брату Рамзану Кадырову, другу брату Дмитрию Миронову и крутому парню, олимпийскому чемпиону Кириллу Капризову, который был у нас в Туле, слепил пряник и забил победный гол на Олимпиаде. Вперед за Россию!